В Ульяновской области проходит всероссийская акция «Стоп ВИЧ СПИД», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Сегодня все желающие могут узнать свой ВИЧ-статус анонимно, быстро и бесплатно. Акция проходит в России уже в 9-й раз. Это значимое мероприятие для того, чтобы повысить информированность населения о социально значимом неизлечимом заболевании. Мы начали 29 числа работать. У нас были пока мероприятия онлайн для школьников, обучающие профилактирующие ВИЧ-инфекции. 29 числа мы уезжали в общественную палату, и там депутаты, вернее, аппараты общественной палаты поддержали нас, приняли участие в тестировании. Вот. И сегодня большая акция. За 10 месяцев 2021 года в Ульяновской области выявлено 548 заражений ВИЧ, только 45 из них в октябре. В последние годы специалисты отмечают небольшой спад заболеваемости ВИЧ в Ульяновской области. У нас идет минус 7,2 показатель. То есть с 55 заболеваемость у нас упала до 47. Если мы были раньше по России на 14 месте по заболеваемости, сейчас мы на 17-18 месте. Если говорить о среднем портрете ВИЧ-инфицированного в Ульяновской области, то 83% заболевших – это люди от 20 до 30 лет. Около 60% заболевших – мужчины, 40% – женщины. При этом заболевание вышло из маргинальных слоев в социально благополучные. 55% заболевших – работающее население. Своевременное тестирование на ВИЧ позволяет оперативно начать лечение и долго жить полноценной жизнью. Я считаю, что важно следить за своим здоровьем. К тому же я знаю, что ВИЧ-инфекция сейчас распространена в России. И я переживаю за свое здоровье и считаю важным следить за своим здоровьем. Тимур Тагиров, активист организации «Волонтеры-медики», уже несколько лет информирует ульяновцев о ВИЧ. Волонтер рассказал, что реакция горожан бывает самой разной – от благодарности до агрессии. Не все люди положительно реагируют на это. Некоторые считают, что эта болезнь их никогда не коснется. Но, опять же, бывает много случаев, когда люди даже не знают, что они зараженные, но ходят эту болезнь и распространяют своих знакомых и близких. В Ульяновской области обследование на ВИЧ-инфекцию можно пройти в областном центре СПИД с понедельника по пятницу с 8 до 15.00 по адресу проспект Нариманова, дом 11. Валентина Никонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.